Меня зовут Сергей Бурков, я бывший технический директор Google Москва, сейчас ментор в инкубаторе под названием 500 Startups. Инкубатор, такой же, как, так сказать, как все инкубаторы, помогает стартапам развиться. Приходят обычно стартапы на очень ранней стадии, 2-3 основателя, какой-то ранний-ранний прототип и раннее понимание того, что это кому-то нужно, какие-то есть первые клиенты. Они приходят в инкубатор, где им всевозможные менторы дают дурацкие советы по поводу того, как не делать те ошибки, которые мы, менторы, в свое время сделали в прошлом. Ошибка номер один – это сделать продукт, который никому не нужен. То есть самое главное – это понять, что в самом деле есть спрос на этот продукт. И, в общем, в каком-то смысле значительный, что он решает реальную проблему реальных людей, и с этими людьми поговорить и понять, что да, о, отлично, когда вы это сделаете, мы у вас его с радостью купим. Вторая ошибка – это сделать продукт, который кому-то нужен, но который очень сложно продать. Побеждают не те товары, которые лучше всего сделаны, а те товары и сервисы, у которых самый хороший способ распространения, distribution, раскрутка. То есть бывают иногда какие-то очень полезные, ценные сервисы или продукты, которые стартап просто не в состоянии продать, потому что это будет стоить миллионы, миллиарды долларов для того, чтобы организовать систему продаж. То есть не все то, что хорошо, хорошо для стартапа. Должна быть хорошая команда и хороший продукт, естественно, многообещающий, самое главное. Команда должна быть 2, лучше 3 человека. Один технический человек, один бизнесный человек, еще хорошо бы дизайнера. Это называется hacker, hustler and hipster. У них должен быть прототип, который как-то работает, может быть, собранный на коленке, либо какие-то первые пользователи, либо даже хорошо бы, чтобы были какие-то первые денежки. Немножечко, но чтобы было видно, что на этом продукте можно вообще как-то зарабатывать деньги. План Б на сайте rbk.ru.